Я знаю, как повысить мощность. Еду на автосервис. Сейчас посмотрю. Хорошо. Есть запчасти. Да тут даже проводов нет. Поэтому не крутится. Вот, вот это то, что надо. Сейчас подключим провода и поставим батарейку. Все будет работать. Спасибо. Сейчас мы вот эти провода подсоединим. Сейчас идем жать педальку. Ура! Получилось! Отличная работа! Чтобы не летели брызги, надо взять крылья. Было ведро. Вот такое. А стали крылья.
так паркуется? Совсем не проехать. Он там что ли заснул? Ну и где водитель? О, идея! Прокачаем тачку. Ушла моя рыбка.
Саша, потому что он боится воды. Поставьте лайк. И всем пока! Придется дерево с дороги убирать. Здрасте. Документики ваши можно?